У нас ребята, которые сегодня защищают суверенитет нашего государства на востоке нашей страны, да, вот они стоят на страже того, чтобы не пустить врага на территорию и отстоять, скажем, территориальную целостность. Вы такие же бойцы, я имею в виду руководители предприятия, бизнес, малый, средний, вы такие же бойцы. Вы сегодня даете возможность сегодня нам обеспечить армию каким-то ресурсом. Вы даете возможность сегодня заплатить учителям и докторам зарплаты. Я с глубоким уважением отношусь и к номинантам, и тем людям, которые сегодня не выиграли там эту номинацию. У нас есть спільная позиция с главой областной державной администрации Виталием Семеновичем, что на сегодняшний день в Рівненській области не має бути корупції, не має бути хабарництва, вимагання з бізнесу коштів, корупційного податку.